was born like this, is born like this. Immaculate conception, I transform like this, perform like this. What shells you a new weapon? I don't contemplate, I meditate. Then off your head. This that put the kids to bed. This that I got. Нужна медпомощь, я вызвал полицию, все нормально. Ожидаем ментов, когда они придут и что они будут делать. Спасибо тебе, он пришел и помог. Что такое? У меня дома человек. У кого там бомба пилить? Ну вот он поставил зачем-то. Опа. И нахрена он это сделал? За нападение. Ладно, окей. Кстати, чуть не забыл, играл я на Infinity. Айпишник этого сервака и Discord вы можете найти в описании, как и промокоды, которые у вас будут на экране. Так, правила администрации, давайте почекаем. 02 есть? Алло, блядь, хватит там драться. Вы шо? Алло, успокаивайтесь. Два дурачка, блядь. И за Dark RP игроками надо следить, и за крысами, чтобы они друг другу не напиздили. Выбравшись из ущелий гор темного мира, пришедшая отомстить всем обидчикам, она попала в этот город. Блядь, кто составляет эти описания, я в охуе. Запрет на ограбление в общих местах, варить мед, копать могилы. Не может сотрудничать с госами, объявлять войну, убивать при двух и более свидетелях. Иметь принтеры, брать заложников. Имеет РП отношение к криминалу. Фир РП от 3 и более игроков. Разрешен рейд в одиночку. Ко мне влетел чолик Хизли и поставил с 4 просто так. Хочу знать зачем. Хочу знать зачем. Странная у него профессия. А, да, ну, то, что профессия странная, это понятно. Ты попроси его тэпнуться, а... Секунду. А я там дальше, думаю, разберусь. Мне сначала надо такую тестовую жалобу провести. Посмотреть, что он делает. Хорошо, я запись включил, ребята. Вы не представляете, насколько же это хорошо. Так бы я просто постоял бы какое-то время и не записал бы то, что он делает. Но ничего такого не сделал. Но в другом случае, но... А нахера ты пришел ставить C4 ко мне домой? Ты просто так залетел ко мне в дом, закрылся там, ты сидел какое-то время, тебя закрыли, ты начал ставить C4. Зачем? Ку, зачем сишку поставил дома у меня? На тебя жёлоб. Ну ты меня закрыл, я выбираться начал. А зачем ты залез-то? А зачем ты залез-то? Я хотел, чтобы ты ко мне зашел, я бы закрыл дверь, тебя ограбил бы просто. Ты убил при двух следах. Вот я убил госа, потому что я тогда был с оружием, и госслужащий представлял мне опасность, потому что я, считай, рейдил. Ну и? Ты не рейдил. Ты не рейдил. Ты просто в дом. Почему я себя вырыжила с хаты? Ты просто в дом залез и поставил сишку. Молча. Менты пришли на помощь. Ладно, признаю ошибку. И хорошо. Нас там было трое. А что так пролагивает здесь? Во, смотрите. Витя опять пролагала. Хоп. Видали? А что такое? Что за место такое невезучее? О, через раз нормально прыгает. Видите, сейчас нормально, сейчас нет. Да ёбаный, блядь. Да, блядь. Да, блядь, хватит лагать, ёбаное говно. Да ебать, мой хуй, может ты уже просто вылетишь и комп мне спалишь? Че мелочиться-то, сука? Двойной прыжок залагал. Ёбаный в рот. Ты не продаешь квартиру эту? Я просто купить хочу, заселиться с другом. А. А, молча, молча. Теперь 10 тысяч. Развяжешься, я тебя пристрелю. 10 тысяч. Раз. Два.
Окей. Давайте послушаем нашу ситуацию, потом его. А, у него денег не так уж и много. Да я просто ему оружием угрожал, сказал десятку скинуть, он начал развязываться, я предупредил, больше развязываться убью, но я и убил его. Я смотрю, у него 30 тысяч всего лишь, тогда отпускай. Чё мне его заебывать, у него 30к в кармане, у меня и то меньше. А касаемо расширения эфир РП. Ой, чини тот, что? Привет. Я да не дочини то. 200 баксов на пол. Пустите, пожалуйста, я чини то. 200 баксов на пол. 200? Да, 200. А это сколько, 4? 200. Вот, брат, больше нету. Нету. Нету больше, ну хорошо. Расскажешь кому-то, убью. Пустите меня, слезай, пожалуйста. Слезай, слезай. Хорошо, хорошо я. 200 хорошо. Баксов на пол. 200 а баксов на пол. Секунда, секунда. Хорошо. Я хоть сейчас улечу. Вы сейчас просто отпустите меня, я улечу. Ты никого не знаешь и не видел. Хорошо. А ну слезайте оба. Слезайте оба, блять, я вас поубиваю нахуй. Ждите помощи. Вы никого не видели и не помните. Прикольная штука эта веревка, блять. Тазер охуенная штука. Ну, к нему тут менты на помощь. Спецоперация по спасению. А что это у нас такое? Ты что, краймом начал заниматься? Ну, да, почему бы и нет. Все время играю на полицейском, на ФБИ, почему бы не поиграть и за бандита. Если вы смотрите внимательно мои ролики, я нисколько не против этой профессии, я просто против того, чтобы за нее играли как попало и нарушали правила, вообще на похуй. И, кстати, да, ребята, сори за громкий голос, я его на монтаже снизил, как только можно, чтобы меня было нормально, хотя бы приемлемо слышно. Микрофон посреди записи ёбнулся кукухой и подкинул голос еще выше, чем нужно. Так вот, что нам делать, если мы обычный соло-бандит, который не играет в компании 2-3 человек, которые как раз необходимы, чтобы у челиков заработал фир-РП, и нам нужно просто кого-то ограбить. Правильно, нам нужно отключать это расширенное фир-РП, а каким способом, я вам сейчас расскажу. Для начала нам понадобится тазер, веревка и оружие, любое огнестрельное, даже пистолет нам подойдет. На самом деле тазер не так обязателен, но было бы неплохо, если бы он у вас был. Тазер полезен тем, что вы можете застанить игрока на несколько секунд, и вам этого времени с головой хватит, чтобы обыскать карманы, чтобы знать, сколько можно попросить у игрока денег, и потом его заковать в наручники. Наручники это самое обязательное, потому что это то, чем мы отключаем игроку фир-РП. Помимо наручников, одно из самых главных это то место, где вы это все проворачиваете. Если вы делаете это в каком-нибудь, не знаю, ничейном доме или же на крыше, то все окей, и там никого нету, по правилам это не общественное место. Но если вы это сделаете в холле мэрии или среди дороги, то, конечно же, вам светит нон-РП. Привет. Привет. Почему ты мне ударил? Ой. Давай ко мне. Не надо. 200 баксов на пол. Развязываться будешь, убью. 200 баксов. Быстро. Ну, все, выбирайся. Здорово! Привет. Заходим. К стене лицом. $200 на пол. Отлично. Не закрывай двери. Ситуация как и с наручниками. Надо просто успеть заковать челика и увести. Но главное, чтобы этого никто не видел. Иногда можно, кстати, прибегнуть к использованию шокера. Дорога, прилегающая территория к спавну, холл мэрии, парк. Первый этаж без квартир, пятиэтажки и общежития. Первый этаж ТЦ, приемная полицейского участка, зеленая поляна. У пятиэтажки зона шахтеров. Угу. Приемная ПУ. То есть внутри ПУ я еще тоже могу что-то сделать, да? Окей. Не, ну я такие профы не догоню, правда. У меня веревка, шокер и паркур. Опа, наемник. О, привет. Фритайзер. Да, $200 на пол. Извини, это сейчас мимо, не хотел. $200 на пол, раз. Угу. Я, смотри, тебе даю в руку телефон с набранным 911, звони. Как дела? Отлично, да, блин. Опа. $200 на пол. Так точно.
Скинул, отлично. Я тебе сейчас дам телефон с 911 набранным. Тебе нужно только его уже позвонить туда. Тебя придут и вызволят, давай. Держи в руках крепко. Теперь сюда спускайся. Спускайся. Веревка крепкая, не порвется. Давай. Давай. Раз. Не, ну типа, а шо? Ну если я не могу им нихуя сделать, они меня не могут слушать. Надо сделать так, чтобы они меня слушали, правильно, да? Правильно. А для этого мне потребуется бить их шокером и заковывать в наручники. Тут никого нету, да? Ага, тут никого нету. Тихонечко. Ага. 200 баксов на пол. Бегом, 200 баксов на пол. У тебя руки не так сильно связаны. Давай, 200 баксов выкидывай и все. Я тебе потом дам инструкции, что делать. Ага, отлично. Теперь смотри. Я тебе сейчас даю телефон. Там 911 набрано. Держи в руках крепко, я тебя сейчас высуну в окно. Вылезай, я тебя закреплю. Вылезай, давай. Вперед. Все, вылез. Но, брат, не обессудь. Такова работа моя. Главное все делать быстро и не мешкать, чтобы, ну вот ты быстренько дал тазером по челику. Все, заковал, сказал, что тебе надо. Вот он висит теперь, пожалуйста. Вот, пожалуйста. И висит себе, отдыхает. Шапкой. Оп. Да он с фиолетовой шапкой. $100 бросаем. Отлично. А теперь сюда аккуратненько спускаемся. Ладно. Сюда аккуратненько спускаемся. Я вот сейчас вас подвешу, и вы не упадете, ребят. Веревка крепкая, давайте. У него телефон в руках, он может опять позвонить в полицию. Давайте, удачи. А ты что, не видел, что творится вообще на улице? Опа. $200. $200 на пол. Давай быстрее. Развяжешься, я тебя убью. Раз. Перестань. Два. Перестань. $100 или 200 скинь, без разницы. Я многого не прошу от тебя, давай. О, отлично. Так, к ребяткам, сейчас я тебя подвешу. Чел вызовет полицию, и вас спасут. Все нормально, а ты к ним спускайся, давай. Все, давай, вперед, пошел. А, я понял, где вы. А то, что он сейчас лезет вызволять прямо перед лицом бандита, который его только что грабил, видя оружие при этом, это уже никак иначе, что фир-РП. Другой же челик не хочет слушаться приказов до последнего и стоит на крыше, хотя должен слушаться. Тоже фир-РП и неподчинение приказу, и поэтому можно не тратить время и забрать обоих. Священник, помогите! Все, давай, спускайся, я тебе говорю, спускайся. Алло, ты жить хочешь, нет? Окей. Не хочет, как хочет. А потом вы можете заметить, как этот челик летит на профессвященника к ним, чтобы помочь. И другой еще полицейский тоже приходит и начинает также нарушать НЛР. Кажется, сейчас я начинаю понимать, в чем прикол играть за бандита. Привет. Зачем вы это сделали? Что я сделал? Вы его хоть отпустили? Кого отпустил? Я не пойму, о чем ты говоришь. Ты чё, блядь, совсем больной, нахуй? Дядь, не твое дело, уходи лучше по-хорошему, правда. Ты чё, дурак, блядь? Ну-ка спустился, нахуй, развяжешься, я тебя застрелю, блядь, больной. Всё, и сиди там, нахуй. Я ебаный микробандит. Не развязывайся, иначе я тебя застрелю. $200 на пол даешь? $200 на пол, давай, быстро. Уйди. Уходи, давай. А я тебе вот так вот упрощу задачу, чтобы тебя было проще найти. Давай, спускайся туда, ты не упадешь, веревка крепкая. Вперед, давай, веревка крепкая, спускайся. Я стрельну в тебя, давай, я стрельну, если не спустишься. Спускайся, либо выстрелю. Все, молодец. Насколько я могу вообще грабить как бандит? Я так по приколу их граблю на 100, на 200. О, на 10к. А нет, это подкуп полиции. Грабить одного человека на деньги
а в одиночку максимум 10 тысяч. Хорошо, давайте среднячок брать, пятерочку. Классику нашу, пятерочку даркрпшную, 5к на пол, и все. На вышке какое-то преступление замышляют. Там чел бегал с винтовкой, постоянно что-то выцеливал в сторону мэрии. Вот так вот. Теперь за мной. Развязываться будешь — застрелю. А, давай-ка 5к на пол, и я тебя пощажу. Я не могу деньги скинуть, мерки завязаны. А у тебя не так сильно связаны руки. Ты пошерсти в карманах, это тебе же лучше будет. Не достаю, видишь? Нет, ты достаешь вполне себе. Ты просто научись ими двигать правильно. В полиции лучше не умеешь руками двигать. Давай, вперед. Скидывай 5000 на пол. Раз. Скидывай 5000 на пол. Два. Давай, давай. Речь, речь. В темпе. Молодец. Теперь держи телефончик одноразовый. Тут 911 набрано уже. Тебе нужно только нажать вызов. Держи крепко. Я тебя спущу с крыши. Но ты не сорвешься. Веревка крепкая. Держи. Раз. Телефончик. В руке крепко держать надо. Смотри. И сюда. Спускаемся. Спускаемся. Давай. Я упаду, умру. Ты видишь, мне похуй, я могу убить просто. Размолотить голову, я тебе так же могу сделать. Давай, спускайся. Молодец, давай, еще вниз. О, молодец, красавчик. Ну все, вызывай полицию на телефоне. Смотри, телефон из рук не выпускай, потом шанса такого не будет. Пройдите в ванну. Сиди в ванной там. Сиди дальше в ванной. Ты чё? Ему дали приказ сидеть в ванной. Он его не слушается, это ФРРП. Окей. Развяжься, я тебя убью. Пятерку на пол. Раз, два. Не дергай двери, уходи. Не дергай двери, уходи. Еще один опездал, которому вообще все равно на это правило. Он знает, что там грабят человека, и он все равно туда лезет. Это, кстати, тот же самый чел, что был убит на крыше, когда я грабил полицейского. Блядь! Опа. Блядь! Ну, можем договориться, в принципе, ребят. Я могу вообще-то все объяснить. Ребят, я говорю, я могу объяснить все. Да. А, получается, давай, до этого объяснить? Сюда человек ворвался и кинулся, получается, ножом. Но как только увидел у меня оружие, убежал из магазина. Но не успел. Он напал на нас. А когда я зашел в магаз, этот был уже связан. Это лысый правда? Был связан. Но я, наверное, видимо, неправильно понял. Думал, это, видимо, меня приходит штурмовать из-за стрельбы. Но я просто защищал себя. Да, на гражданском говорит, что это неправда. А, да, это может показаться неправдой, потому что у меня его 5000 лежат в кармане, но, знаете, я вернул ему по гарантии оружие, которое я покупал, из-за того, что оно, ну, было, оказывается, не новое, а БУ, то есть стреляное. И я пришел вернуть эти деньги, и он, как бы, мне их обратно передал. То есть он свои заработанные вернул мне по гарантии, а оружие, ну, получил себе обратно. Покупал я у него, получается, 5.7, ой, USP я у него покупал, да. Как он играет, дайте ему Оскар просто, это неправда. Какой Оскар? Я не пойму, парень, о чем ты говоришь? Я просто пришел вернуть деньги за БУ-пистолет, который ты выставлял новым, якобы. Это неправда, я... Слушай, ты продал мне USP без глушителя, говоря о том, что там якобы не нужен глушитель. Ты вообще в себе? Вот скажи, пожалуйста. Я только потом понял, когда мне, ну, друг сказал, что к USP всегда прилагается глушитель. У вас же USP, правильно? У меня обычный пистолетик. Ну, он USP. Ну, да, модель оружия USP. Да, я понял, о чем. Ну вот, да. На USP не, же глушитель не крепится. И как раз это по вот этому удлиненному дулу заметно. А он мне продал паленую версию USP. Даже, может, настоящую USP, но без полной комплектации этого оружия. Я потому и пришел вернуть его. Я могу, если вы меня развяжете, я могу обратно деньги передать тогда человеку. И считайте, этой сделки не было. У него не было продажи без лицензии. У меня не было купленного оружия. Мы можем так разойтись. Все в ноль уйдем с этой ситуации и разойдемся, как будто ничего не было. Хотите? Передавайте ему деньги. А развязали, да? Или нет? Не, не развязали. Да. Ага, так, а сейчас. Вот так. Давай тогда мне обратно мой паленый USP. Поживу тогда с ним. Давай. Давай мне USP. Я деньги вернул. Вы все видели. Ага. Все, отлично.
Все, ребят, свободно. Благодарю за понимание, что мы разрешили этот Идите конфликт. Домой. Всего доброго. Блять! А надо было мне просто лицензированное оружие продавать, суки, блять, и этого не было бы. Минус 5к плюс ящик USP, который 20-ку стоит, блять. Пиздец. Это, ну да, это Оскар должен быть. Вот это игра за бандита, я понимаю, да. А не то, что, 5к на пол, я тебя убью. Убил и убежал, и все. А тут поймали, можем договориться, можем решить этот конфликт, давайте, давайте, я только за. Да, охуенно. Вот я потому и люблю РП-режимы, ну и Dark RP в том числе. А почему-то, и почему и Dark RP, а почему нет? Я в ахуе из того, что у меня на этом серваке что-то подобное получилось отыграть, ну, загнать им какую-то хуйню несусветную, понимаете?